Всем привет! С вами канал Артмания, я Тапин Наталья. Сегодня мы будем показывать, как у нас Зимочка кушает. Вот, сегодня мы уже успели приехать с дачи. У нас сегодня малинка. Вот, и я покажу, сколько мой ребенок съедает этой малинки. То есть все, думаю, не знаю, все кормят, наверное, совсем по чуть-чуть, а я даю много. Мы уже так привыкли, что мы кушаем много. Вот, кстати, у нас какая картина в полном объеме. Я обещала показать. Там уже Дима сидит, кушает он на заднем фоне. Вот, штатив ставить. Сейчас я поставлю камеру на штатив. И мы приступим, будем кушать, и вы будете на нас смотреть. У нас уже вечереет. Уже вот лампу я включила. Уже 7 часов там с чем-то. Где-то вот как раз Дима в это время начинает кушать. И где-то 8 часов ложится спать. Давайте приступим. Ну вот, продолжим. Кушать, Димочка уже хочет кушать. Начнем мы у нас сегодня кабачок. С кабачка начнем. Да? Давай, скорее начинай кушать. Вот, ну, кабачок вы знаете, что такое? А, фаршированный, да-да-да, с мясом, с этим, с фаршем. Вот. Я его перемяла уже в блендере. Ай-яй. Чего? Подавился? Давай с тобой сок попьем яблочный. Давай, ближи ее. А сок яблочный мы пьем так вот, потому что там забивается и не сосется. Так, через ложечку. А через, как бы, обычный стакан у него не получается, он давится почему-то и водой, и компотом. Много что пробовали. Как-то он воздух заглатывает. Бери руки. Я чувствую, ты мне сейчас тут передавишь все. Вот. Все, теперь нас обоих и видно. И хорошо. Тут, кстати, вот там бутылка стоит у нас с водой. Даже видно. То я все думала, как же сделать. Думаю, что ж такое? Думаю, мы все в кадр не помещаемся. С Димой вдвоем. А нужно было, оказывается, подальше поставить, Дима. Подальше надо было просто поставить камеру. Да? А мама не догадалась. Вот. Сразу все видно. Еще даже место остается. Да? Вот, у него еще смесь, потому что кабачок был очень маленький. Мы приехали с дачи, его готовила бабуля. Да, обычно я делаю большие. У нее, ну, может быть, еще сам кабачок был маленький. Поэтому. Ой, что там падает у тебя? Поэтому училась мама. Я в прошлый раз делала, у меня был большой довольно. Вот. Так, мы с тобой начали наш влог. Мы его дальше продолжим с тобой. Дюва. У нас еще... Ладно, не буду рассказывать. А то я сейчас вам пообещаю, а выполнить не получится. И вы на меня обидитесь, скажете, она обещает, она выполняет. Да. Что-то ты у меня кашель стал после дачи. Что, у тебя никто в голову попадает? Какие ты слова сегодня с утра говорила, расскажи. Бабе. Ну, это ты бабе говорила с утра, что сегодня? Какое у тебя было новое слово? Какое это слово было новое? Кака? Как он сегодня начал произносить? Кака. Да, кака. А что такое кака? Ты знаешь? Причем никто его, как бы, произносил его очень редко. Очень, крайне редко. Ну вот. Мы уже говорим кака. Кака.
Гага. А что, у нас гага было вчера целый день? Гага. А с утра уже у нас рано утром принес кака. А может, это гага какая-то непонятная. Ну вот, я себе принесла водичку. Сбегала. Пошла за водой. Вспомнила, что у меня там кипит свекла. Без моего ведома. Как бы я за ней не слежу. Подумала, что нужно пойти посмотреть. Пошла смотреть с этой водой. Свеклу посмотрела, воду поставила на стол, эту бутылочку с водой, и ушла. Сюда захожу, воды здесь нету. Думаю, куда же я ее делала? Пошла к рюкзаку, смотрю, в рюкзаке нету. Пошла в комнату, в комнате нет. Вспомнила, что, наверное, на кухне. На столе стоит, конечно, там стоит она. Вот, смотрите, я даю целые ягодки. Целые, кстати, целиком. Дима, он ее жует. Жует он у нас ягодки уже... Ух, у тебя был... С июня у тебя было 9. 11 месяцев у тебя было, да? Как пошла вот там в середине июня, ближе к году. Ну да, где-то с 11 месяцев он у нас. Сначала земляника пошла, потом клубника, потом... Господи, как же ее называют-то? Ой. Не черника, а как ее? Не помню, короче. Продолговатые такие, черненькие. Вот, ее, ну, короче, все ягоды. Вот, хлеб. Жевать он у нас уже начал с 10 месяцев где-то, да. Бабуля ему дала пососать хлебушек, а он его прожевал. Откусил и прожевал. Ну, тут я, конечно, поняла то, что нет смысла покупать. Где счёты? Счастье, ты сколько? Что нет смысла покупать каши дальше детские. То, что ребенок уже готов сам жевать. Кушать, вот, то, что там более-менее мягенькое, там, каша, например, там, кукурузную кашку мы уже кушали, рисовую он очень любит, первую я дала ему рисовую кашу, вот, он прям вообще с большим удовольствием ее съел, там такой был восторг нереальный просто, вот, да, потом кушали мы кашу гречневую, ну, просто она там очень хорошо сваренная, такая, как размазня, то есть не жесткая. И он жевал сам. Вот. Да? Давай. Туда повернись. Покажи зрителям, как ты кушаешь. Как ты кушаешь? А? Дима. А. Да как вкусно, жует. Передними зубами. У нас по-прежнему 6 зубов. Диме уже год и месяц. Не знаю, слюни периодически прям текут, льются. Педиатр говорит, что там растут зубы. Якобы году будут. Но год исполнился нет. Год и месяц прошел нету. Ну, не знаю, творожок детский мы едим. Катя ему как-то одну неделю давала таблеточки. Кальцимир, как-то так он называется. У него прям слюни потекли очень много. Прям очень много их было. Но зубов нету. Видимо, ждать надо попозже. Наверное, будут. Вот. Да. Да, Дим? Чё там? А, активно сейчас тыкает пальцем. Тыкает это. Типа, чё это такое? Чё это такое? Вот, как-то это тоже само пришло, как-то, не знаю. Мне казалось, всему надо учить ребенка. Но нет, что-то он... У меня конкретно он что-то все сам делает. Все учится сам. Да. Проживал, что ли? Да. Вот, я хотел, надо было мне смесь вытащить. Ну, ладно. Как раз остынет.
Вот видите, у нас целая чашечка, мы ее едим. По целой ягодке. Ну вот, в принципе, на сегодня у нас все. Влог у нас не кончается. К этому влогу я прибавлю, куда мы с Димой завтра пойдем. Вот. Да. Мы с тобой пойдем куда-то завтра? Мы с тобой куда-то у нас ждут завтра великие дела с тобой. Да.